Наша съемочная группа работала на втором участке. Для голосования здесь настоящий ажиотаж, несмотря на большой процент участников референдума, которые проголосовали в течение недели. Все же основная часть граждан пришли на избирательный участок именно в воскресенье. Многие целыми семьями на свой выбор, большинство тратит всего несколько секунд в кабинке. Сегодня мы начали работать в 8 утра, и люди с первой минуты открытия участка пошли активно и идут с хорошим настроением и делают свой выбор свободно. Конечно, ждем с удовольствием наших и избирателей, и с детьми. Мы их радуем сладкими подарками. Ну и люди, которые проголосовали, отдали свой выбор, я думаю, что сегодня они понимают, какой выбор нужно сделать. Работа перед референдумом была проделана колоссально. Люди осознанно делают сегодня свой выбор. На этом участке ждали и главу района. Как и положено, Андрей Жалович передает комиссии свой паспорт и ставит подпись напротив своей фамилии в списке. За что голосует председатель, не задумываясь, отвечает «за». Ведь перед руководителем лежит особая ответственность за людей и регион. Ответственность за нас, ответственность за себя, ответственность за свою семью, ответственность за небольшую территорию нашей Родины, лежит на нас, на всех. Я уже, наверное, это говорил, но я с удовольствием повторюсь. Я сегодня отдал свой голос за поступательное развитие нашей страны в будущем, за эволюцию, за все лучшее, то, что мы можем сделать сами. Я голосовал за. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорила председатель Солигорского районного совета депутата Алла Калеева. Позади не одна диалоговая площадка с ее участием, встречи в трудовых коллективах. Проект изучен и проанализирован. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода. Конечно же, я голосую за эти изменения, потому что они позволят, в общем-то, развиваться нашей республике в мирном русле. Что касается той работы, которая была проделана, то я думаю, вы сегодня и на досрочном голосовании видели, насколько велика явка людей. То есть люди понимают необходимость этих изменений, люди принимают их и идут на участки, и причем, идут с достаточно таким позитивным настроением, радостные, веселые, я наблюдаю. Поэтому, я считаю, что и работа была проделана огромная, сознание людей, оно тоже как-то определенным образом преломилось, и они понимают, что нам это необходимо. А у вас как настроение в выходной день? У меня очень хорошее настроение. Мы сегодня ездим с наблюдателями тоже, сопровождаем их. Пока, насколько я вижу, они тоже достаточно позитивно оценивают работу наших избирательных участков и предварительную работу, которую мы провели. Аккредитации для наблюдения за референдумом в районе получили десятки наблюдателей. В составе мониторинговых групп, представителей трудовых коллективов, общественных организаций, политических партий. Они работали на досрочном голосовании и работают сегодня, внимательно следя за происходящим на участках. Замечаний вообще никаких нет. Все идет согласно законодательству, никаких проблем не существует, по крайней мере, не видится в ближайшее время. Народ идет активно. Даже что поражает, люди идут с палочками, еле двигаются, но идут, голосуют, выбирают. Свое мнение высказывают, вопросов никаких нет. Это не первый опыт наблюдения, и, знаете, люди идут, есть аншлаг, есть ажиотаж, то есть, людей хватает, люди тянутся, люди идут на выборы. Есть какие-то замечания? Никаких абсолютно замечаний не было за сегодняшний день, за время наблюдения, поэтому все хорошо. Наша съемочная группа поинтересовалась мнением солигорчан о смысле предлагаемых изменений и их оценке важности политической кампании. Я голосую за то, чтобы наша страна взяла верный вектор и приняла верное решение по многим вопросам, которые сейчас актуальны в этом мире. Я за Конституцию голосую. Я голосую за Конституцию. Прочитал и смотрел по телевизору. Все меня устраивает.